Есть! Я не знаю, как я это делаю, но мне это получается! Автобусная остановка здесь не зря. Потому что нужен кто? Правильно. Нужен Спанчик Бобби. У меня какая разница, что труселя, что очки мне, все нужно. А как? Арена каратистка, вообще жесткая, прям каратистка. На-на-на. Просто берет. Спанч Боб на это не обижается, на то, что его обижают. Прям по жопе дал мне, дурак что ли? Нет! Здорово, меня зовут Дмитрий Хаун. Мы продолжаем проходить игрушку под названием Спанч Боб. Отправляемся с вами на новые локации, потому что здесь мы собрали абсолютно все эти, как называют, лопатки. Золотые. Где они, кстати? Вот, наверху экрана ты их видишь, эти все золотые лопатки. Труселя есть, очков у нас 10 тысяч, носков 8. К сожалению, это не все. В прошлой серии мы с вами убедились в том, что их очень много, оказывается, на локациях. И где они собираются, непонятно. Ну, кроме от того, который ты видишь в озере. Видишь, один крутится. А их на карте осталось еще штук 6-7. Хрен знает, где мы просрали их, но где-то просрали. Ладно, пойдем дальше. Проходить игрушку. Надо найти выход. Вот он, выход. Пойдем. Вернемся для начала в бикини ботом. В бикини ботом. Нужно оттуда двигаться, нужно оттуда путешествовать и строить планы. Это самая главная точка у нас, наш дом. И от нее уже все пути расходятся. Знаешь, как это? Как станция в метро. Ветки оттуда отходят. Вот. Мы здесь занимаемся тем же самым. Так, туда мы не ездили. Мы приехали отсюда с поля медуз. Теперь наш следующий путь, я так понимаю, двигается через город. А чё? По-моему, звучит весьма хайпово. Пойдем. Пошли, пошли, пошли. Привет, такси. Спасибо, что приехала за мной. Интересная игрушка, мне она очень нравится, прям привлекает. Центр Бикини Боттом. Когда-то здесь был настоящий мегаполис, а теперь лишь заросший кратер. Потому что роботы приехали. Роботы, которые пытаются уничтожить весь Бикини Боттом в целом. А, Губка Боб, роботы гремят центр Бикини Боттом. Нужно быстро отсюда убираться. Ладно, но мне нужна обычная швабра. И быстро убраться не получится. Не убраться. А, не убираться, а убраться отсюда. Нужно доставить всех в безопасное место. Может, просто погрузим всех их в лодки? Не пойдет. Почему нет? Потому что роботы забрали все рули. А нельзя просто ехать по прямой? Нет, там слишком много поворотов. Вот злодей. Они всегда... Они все предусмотрели. Не бойтесь, миссис Пав, я верну вам рули. Губка Боб, я всегда боюсь, когда ты берешься за что-то. Но скажу тебе вот что. Если справишься, я дам тебе золотую лопатку. А как насчет водительских прав? И не мечтай. Nice try, говорит миссис Пав. Спанч Боб, как всегда. Хочет получить права, а ему, ну, не дано. Помню, была серия какая-то, где Спанч Бобу дали права, а потом миссис Пав что-то как-то себе накрутила в голове и пошла в итоге украла у него их. А украла она не без проблем эти права. Вот. Ну, короче, забавная серия была. Посмотри, если не смотрел. Не скажу тебе ее название, но там был смысл потом. Ой, в том, что миссис Пав все-таки дала Спанч Бобу права. Губка Боб может дотрагиваться до этого шарика. Он превратится в Губка Боб. Чё за херня? Это что такое? Он может быстро катиться, превращаться в Губка Боб, но больше не может делать ничего. Если вы будете ранены или нажмете на любую кнопку, вы вернетесь к своему обычному состоянию. Катится, 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 Губка! Чё за бред? Чё за бред? А смысл тогда этого? Я не понимаю. Ого, собаки какие! Девушка, аккуратнее будьте, пожалуйста. В следующий раз. Подожди, ну-ка. Ну-ка, нажми. Иногда тыкать одну единственную кнопку. Самое приятное. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Тык-тык-тык-тык-тык. Ну-ка. А, 3-2-1, фигня такая. Удержите, чтобы пропустить. Что за патруль? Ого! Привет, рыба. Ты пришла на прививку. По-моему, выглядит весьма забавно. Рыба, вали! Ты не слышишь, что ли, за тебя, алло? Да. Такие глупые жители Бикини Боттом, капец. Гэри, мяу! Вот-вот, мяу!
О, нифига себе, он злой. Такой Гэри злой, его таким никогда не видел. Гэри прям реально машина для убийств. Этот робот называется Фризбот. Лучший способ победить его — пузырчатый наскок сверху. Спасибо за подсказку. Она очень полезная. Так, слышь ты. Слышь ты, отдай мне себя. Отдай мне себя и все свои монетки. Супер-мега-комбо. Ты дурак, не ери. На! Смотри, я справился. Что такое? Я и мой друг дебил. Ладно, пойдем. Труселя мне не нужны, хорошо, я это понял. Хорошо, я понял. Ну, я тогда очки заберу. У меня какая разница, что труселя, что очки мне, все нужно. Спасибо. Блеск! Да как бы легко! В смысле чекпоинт? Подожди! Со своими чекпоинтами, погодите, ребят! Я понимаю, что... Фак! Я знаю, что чекпоинт означает, типа, я молодец, там все дела. Красавец, там все так быстро и ловко прохожу, но... Это не то, что мне сейчас нужно. В смысле? А что, эта красная хрень убивает меня? А почему? Она же вроде ничего такого плохого не выглядит, да? Вроде обычная хрень. Почему он дамажит, тоже непонятно. Так, это не достается. Руль забирай. Мы забрали только два руля! У нас вся серия уйдет на то, чтобы собрать эти рули, блин. Это очень долго, я тебе сразу говорю. Я рассчитывал на что? Я рассчитывал, что мы очень быстренько с вами проходим сегодня и тык-тык-тык. И буквально до финала игры дойдем. А? Ошибочка. Вышла небольшая ошибочка. Ошиб-очка. Так, тут я тоже не пройду. Ладно. А куда я могу вообще в целом пройти? Могу наверх запрыгнуть? Ладно, раз я уж заметил это все. Ага. 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 Синяя? А почему синяя, почему не фиолетовая? Это же вроде круто, да, когда до такой высоты добрался. Разве нет? Ну разве это не круто? Опа. 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 Опа! Фак! Ну-ка еще раз. Попробуй еще раз. Блин, зараза. Ну и хрен с ним. Тут я все собрал, значит. Эта веревка порвалась, это хорошо. Забирай. Пойдем. Нам тут не рады. Я бы вообще в целом превратился в кругляшок обратный и укатился бы к чертям отсюда. Ну раз мне тут не рады, что мне еще остается делать? На. Пойдем. Опа. Что? Это что за танки? Танки стреляют, нифига себе, вы дураки. Вы хоть понимаете, до чего это доведет? Эти ваши танки. Отдай. Опа, 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 нахер, 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 нахер. Нахер. Здорово, мужики. Как у вас дела? Надеюсь, все хорошо? Вы, главное, не балуйтесь. Иначе это будет совсем плохо. А, блин! Дамаг получил. Сори, Спанчбоб, я не специально. Честно говорю, если бы я хотел, я бы нанес дамаг тебе, но совершенно другим способом. Там суициднулся бы, еще что-нибудь. Но так вот конкретно это подло получать дамаг. Это я согласен с тобой. А как? Подожди, не понял, а как туда попасть? Я думал, по этим столбам, это самое логичное, да, ведь? Я проверил запись. Запись идет, все в порядке. Я подумал, там это самое логичное место, чтобы прыгать. Оказывается, нет, прикинь. Оказывается, нет. Опа. Да лол! А на что игра рассчитывает? Как мне надо достать это место? Блин, опять трачу. Время просто так, впустую. О-о-о-о-о-о! Тихо! Ты дурак, что ли, мистер? Ты дурак, нет, мистер. Мистер, 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 мистер. Я понимаю, носки нужно в стирку, но это не то. Самое страшное то, или даже не страшное, самое счастливое. Самое крутое то, что я выжил. Здорово. Агрис. Ух. Я люблю открывать подарки. Спанчбоб, все любят открывать подарки. Абсолютно все. Ну, эту штуку я боюсь, окей, допустим. Я ее боюсь.
Ты мне лучше подскажи, что мне делать, если я ее боюсь. Как ее ломать? Как-то на себя отвлечь или что? Ну вот беру труселя, допустим. Стреляй! Слабо. Слабо! Вот он, стреляй! Найс! Гений на спанчбобе! На спанчбобе, ребята, играет тупо гений. Я вам серьезно говорю. Если вы увидите человека гениальнее, чем спанчбоб, вас обманули. Эй, тихо! Убьешь ведь, не дай бог. А если ты ранишь малыша Боба? Тебе потом весь... Не понимаю. А вот теперь я не понимаю. Просто беру и не понимаю, прикинь. Я просто беру и не понимаю. Есть! Я не знаю, как я это делаю, но мне это получается. Просто лаки выпуск. Я не знаю, как я это делаю. Я просто наугад делаю, и у меня получается. Я не знаю, честно говорю. Что такого сделал? О, найс, наковальня, молодец. Я красавчик. О, май. А как? Вот так вот? Вот так вот? Да! Плюс от малопатка в коллекцию. Ха-х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 а. Молодец, спанчбоб, ты лучший. Я никогда в тебе не сомневался. Я всегда считал спанчбоба самым лучшим персонажем этого мультфильма. Самый угарный, самый троллерный. Его обижают, конечно, периодически, но ничего страшного. Спанчбоб на это не обижается, на то, что его обижают. Прям по жопе дал мне, дурак, что ли? А если я тебе так дам по жопе? Опа, спасибо за труселя. Ой. Мне это не нравится. Там выглядит очень страшно. А теперь мне нравится. О, май гарбл, Герман. Забирай. Поехали. Хорош. На эту штуку мне насрать? Пофигу, потом соберу как-нибудь, однажды. По-любому уже соберу, да? Я ж не могу бить лошарика, который постоянно все просирает. Я же должен постоянно все собирать, правильно? Если я что-то оставил где-то или забыл, то это специально. Специально. То есть я никогда ничего не пропускаю. У меня глаза везде. У меня глаза на всей карте. Я все успеваю видеть. Все труселя, все носки, все золотые лопатки, я все вижу. Меня не обмануть в этой игре. Это игра, ради которой я прям готов на многое. Малой. Я не могу. Он такой смешной, этот малый такой. На меня похож. Он бывает периодически на меня похож. На! Нафига? А главное, зачем я это сделал? Подожди, а можешь еще раз активировать? Нет. Интересно. Стой! Нате вам! Офигеть! Хотели от меня заныкаться, дурачки, что ли? О, Бабл Бадди! Дверь заперта изнутри! Кто так мог поступить? Подожди, я с тобой мог поговорить? Дверь нужно открыть изнутри. А каким образом? Может запрыгнуть? Нет. Ну ладно, подожди. Стой, подлети. Насос! А какая дверь закрыта, Бабл Бадди? Бабл Бадди, какая дверь закрыта? Ты мне скажи, дружбан, я тебе помогу. Ты главное не молчи, скажи мне. Я ж не понимаю, ты говоришь, какая-то дверь закрыта. Но я попытался тебе помочь, но ты закончил резко диалог. Я поэтому не виноват. Пожалуйста, во всех своих проблемах вини кого угодно, но не меня. Sea Needle. Я открою. Я это место по-любому открою, потрачу все свои накопленные очки. Ничего страшного не произойдет. Сюда, идем, малыши. Малыши, ко мне. Аф. Тихо! Ты дура, нет? Берет, кидается в меня всякими хернями, штуками, штуковинами. Ну, проще говоря, хернями, проще говорить. Намного проще. Давай, ломайся! Не будет ломаться, смотри на нее.
Хуже бабы. Так, не ломается, окей. Найс! Привет, Гэри! Мяу? Спасибо, что заметил. Да, я стараюсь держать тебя в форме. Мяу. Не готова? Неужели? Мяу. О, так это выход на крыше. Откуда можешь попасть к маяку? Ага. Еще одна золотая заплатка мне не она не пригодится. Мяу. Что ты имел в виду, Гэри? Говоря, просишь Сэнди помочь мне? Я с этим сам справлюсь. Мяу, мяу. А, яма и правда широкая. Ладно, мне так точно не прыгнуть. Как я вообще можно перебраться на ту сторону? О-о, еще роботы. Клянусь призраком Голланда, голландца. Это неопределимая пропасть. Неперепрыгиваемая. Ладно, ладно, позову Сэнди на помощь. Каким образом? А где мы Сэнди найти? Опа. А мне Сэнди где найти, алло? Сэнди? Сэнди Чикс, ты где? Я не знаю, где ее найти. Телепорт бери. Телепорт штука очень полезная. И вот эту штуку взорви сразу же. Чтобы у нас потом в будущем не было с вами проблем. Опа, 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 опа. А дамаг получил, ничего страшного. Дамаг это фигня. Вы что, ребята? Дамаг это же ерунда, тут где-то трусы крутились. Труси-лямбочки, трусики. Трусили. Трусички. Труси-чулечки. А, пошли мне тут еще, дура. Где труси-люмбы? Труси-лелы. Трускали. Трусюмбы. Гэри, ты видел меня где-нибудь? Трицеллы, трисцулы, трисумбры. Опа. 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 Сэнди Чикс! Пожалуйста, приедь ко мне на помощь. Опа! Здорово, Сэнди! А почему представления нет никакого? Главное, с Патриком я познакомился, а с Сэнди нет. Как мне ей играть? Запрыгивайте на самый верх этих ступеней. То ли Сэнди... А, Сэнди может планировать спрыжки... Сэнди может планировать с крыши на крышу прыжки. Если сделать двойной прыжок и затем держать спейс. Ха-ха! Нифига себе вертолет! Ты понял, что еще произошло? Имба! Это просто имба, ребят! Я вам серьезно говорю, это имба! Сэнди, это просто дисбаланс! В плане прыжков! Это что за вертолет? Как так-то? Как это все работает, я не понимаю! Опа! Опа, Сэнди! Аккуратно! Вертолет, вертолет, Сэнди! Что за вертолет? Кто его придумал? Дайте, пожалуйста, премию! Человеку, который придумал вертолет. Это же вообще жесть. Опа. Сюда. Такс. Тут что? Тут все собрали. Отлично. Аккуратно, аккуратно, не упади. Не упади, пожалуйста. Опа, опа. Молодец, Сэнди. Так. Теперь, я так понимаю, нужно лететь вот сюда. Сэнди, полетели. Найс. Ой. Ой-ой-ой-ой. Это, наверное, выпуск, знаешь, можно как-то назвать, типа, Сэнди вертолет. Ну а что? По-моему, звучит весьма и весьма хайпово. Ты когда-нибудь слышал о Сэнди вертолете? Сэнди можно нанести удар, если вы нажмете на... Если вы нанесете удар, находящий в воздухе, вы выполните прием карате. А, она... А, реально, каратистка вообще жесткая, прям каратистка. Ну. Просто берет... Ой, чуть провод не сломал себе. Это что такое? Сэнди может бросать лассо в предметы, если не на... Если нажать на ПКМ. Так это же вообще им дисбаланс, я говорю. Сэнди это дисбаланс. Она берет лучшее Патрика, лучшее Спанчика и все. Сэнди может выполнить прием взмах крюком, если вы нажмете на ПКМ. Жесть. Жесть. Это дисбаланс. Что такое? Сэнди может бросить лассо в робота, если нажать на ПКМ. Сюда иди. Быдло. И все. А, жесть. Если нужно кого-то... Если нужно кого-то замочить, то берите, ребят, Сэнди, сразу же говорю. Сэнди это самый дисбалансный персонаж этой игры.
На тебе, дура! Дальше куда? Нет, не едь, тихо. Я не знаю, может на приюху и пускать, нет? Как думаешь? Вот стоит ли такую Санди на приюху пускать? Опа. По-моему, вообще имба. Просто самая имбовичная имба в мире. Так. Хорош, Сэнди! Лучшая, братуха, сеструха, малая. Опа. Пушка. Здрасте. Мне типа до пушки долететь? Ну я не знаю. Пушка прям выглядит очень соблазнительно, чтобы я до нее долетел. Кия! Спасибо, Сэнди, ты у меня умничка. Муа. Молодец, девочка. F, чтобы отправиться на крышу. Ну блин! А может я пушку сломаю, а потом выполню все остальное, а? Мне прям очень хотелось эту пушку сломать. И руль забыть Спанч Бобу. А то Спанч Боб маленький все-таки, ему нужно эту штуку добыть. Я как раз сейчас отправлюсь по коробке сюда наверх. Правильно? Правильно. Смотри, прыгаем. А может с Панчиком поиграть, слышь? Или будем продолжать с Энди? Давай с Панчика возьмем. Все-таки это Спанч Бобу нужно было наверх попасть. А может он попросит... О, нет, смотри. Типа я сейчас играю с Энди, правильно? Я и прохожу весь левел в целом, и все окей. А потом такой Спанч Боб переключается на Спанч Боба, и Спанч Боб такой: «Ой, Сэнди, спасибо тебе, ты все сделала за меня!» А Сэнди такая: «Да, без Б». «Привет, Ларри, как жизнь?» «Сэнди! Сэнди! Я как рад тебя видеть! Мне нужна твоя помощь! В последнее время у меня ужасно показывает телевизор! Мне нужно, чтобы кто-нибудь поменял мою старую антенну! Вот, на новую!» «Да, сэр! Эта антенна сверкает ярче тех трехдолларовой купюры!» Но почему тебе самому ее не заменить? Прыгун из меня такой себе. И чё? Какое отношение к делу медпрыжки? Старая антенна вон там, наверху. Ларри, ты мудак, нет? Ты нафига так высоко живешь? У-ху-ху! Выше, чем стакан техасского чая со льдом. Роботы не умеют... А, не дают пройти в это здание. А я не умею скакать, как вы с Губка Бобом. И перепрыгивать через пропасти я умею только напрягать мышцы. Хочешь, покажу? Ага, здорово. И что ты собираешься делать с этой старой антенной? Стой-то! Она твоя, если сумеешь заменить ее на новенькую. Что ж, в моем древесном куполе сигнала правда ловит так себе. Ладно, Ларри, по рукам. Ой, столько диалогов, столько всего обсудить хочется. Ну типа нафига? Сэнди? Старая антенна в купол ее. О. Сэнди? Сэнди, как дела тебе в бутыльке? В бутыльке как дела? Выходи. Ларри, ты красавчик, молодец. Бумага туалетная, ладно. Стой. Но мне, по идее, надо было антенну забрать. Кто-то вот раз. Да и два. Так. Это что за херня? Это включает только Спанч Боб, я понял. Можно переключиться за Спанч Боба. Но попозже. Спанч Боба мы с вами включим, ребят, попозже. И обязательно подрубим вот эту читерскую хрень. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Куда мне нужно лететь? Налево? Тру, нифига. Патрик? Это чья юбка? Перл, что ли? Лифчик? Пиджак? Кто в пиджаке ходил? И штаны Спанч Боба. А кто в пиджаке ходил в Спанч Бобе? Напоминание, Сэнди может... Это я знаю, ребят. Я вам сразу говорю, то все знаю. Нет! Земля тебе камешками. Да. Робот, тебе сейчас срака будет. Я тебе сейчас жопу надеру. Слышь, падла. Ты нарвался на местного шерифа. Сюда лети. Перепрыгивайте. Чего перепрыгивайте? Лассо. Сэнди, ты чего? Обосралась-то? Сэнди, ты нафига обосралась? Так, перепрыгивайте, подожди. На тебе! Жестко! Кто-нибудь получше сможет поспорить. Чего? Я не успел прочитать, ребят, забейте. Да, я такой человек, который не умеет читать. Бывает ведь. На! Ты дура, нет? Вот так вот сделай, пожалуйста, это и так будет намного удобнее и быстрее. Наверх. Так будет в разы быстрее, ребят.
Поэтому все. Я буду делать так. Когда убиваем с вами робота, будем бить его только правой херней. Так в разы быстрее. Ну, кроме этих, эти пацаны мелкие, это ладно. Спасибо. Ну вот, так-то лучше. Сэнди, оказывается, тоже носит трусы. Про это никогда не было упоминаний. Ну и хрен с ним. На тебе! А ты так умрешь взрывом. Кукурузка. Вот, кстати. Для Сэнди это самая идеальная превьюха будет, я считаю. Я, конечно, не знаю, как я это смогу сделать, друзья. Но я думаю, у меня в плане обрезания тут все получится. Пойдем. На. Там еще вебка немного помешает. Ну и ладно. Ладно. Сейчас вообще не нужно думать об этом. Сейчас вся важная фигня происходит. Вот он, прям перед вами. Что это такое? То есть мне прям придется... ударить же могу, лол. Это куда? 33 секунды. У меня тупая привычка. Тупая, прям тупейшая привычка у меня. Нажать один раз. Тут же зажимать нужно в этой игре. Представь, что ты играешь каким-то пулеметом в каком-нибудь шутере. Я молчу. Я специально молчу. Я просто молчу специально. О! Клёво, Сэнди, молодчина! Клёво, Сэнди, ты лучше! Это реально Сэнди, ребят. Это Сэнди Чикс. Напоминаю. Если вдруг не знаешь, кто эта женщина, это Сэнди Чикс. А почему я упал? А, чекпоинт. Окей. Чекпоинт есть. Лопатка 13 штук. Это хорошо. Все, мне все зачитали. Я просто лучший. Я имба. Я жесткий челик, который проходит буквально все и вся. Я ЧСВ. Пойдем. Вертолет. Молодец. Опа. Бэм. Так, а вот тут пахнет задницей. Да в смысле, подожди. Но мне этого робота по-любому нужно было убивать. Я лучше получу дамаг от мелкой собаки, чем получу дамаг вот этой громозной параши и буду плакать и в тильте сидеть всю игру. А нафига мне сидеть в тильте, когда я могу не в тильте быть? Опа. Так, руль. Собачки, молодцы. Собачки, молодцы, но попозже. Попозже поиграем с вами. Окей? Собачки, я иду. Прыгай. На! Такс. Эти штуки летают. Ладно, допустим. Хорош, чтобы перебраться через широкую расщелину. Лассо. А какую расщелину? Подожди, про что игра напекает? Типа вот эту штуку, это ладно. Пока подумаю. Наверное, вот эту только одна штука висит, потому что... Все. Так вот игра хотела, башню я сделал. Надеюсь, я угадал. Раз. Два. Найс. Это сверх комбо было, друзья. На тебе. Сейчас будет взрыв. Молодец. Молодец. Так, пацаны. Вас я трогаю. Да ладно. Вы капец глупые. Мужики, вы просто глупые. Что-то сидите. Вас мочь, что вы сидите. Даже ничего не пытаетесь сделать там со мной. Еще что-нибудь. Спасибо. Опа. Опа. Друзья. Чувствую себя свежий. На. Так, не-не-не. Это я сделаю руками, так намного быстрее будет. Прям в разы. Готово? Оу! Нифига себе ты мощная! Ракета в меня кидает, прям по воздуху хочешь меня дамажить. По-моему, это круто даже для такого робота, как ты. Я, конечно, все понимаю, ты там новенький робот, там хочешь пофлексить, там все дела, но... Даже у тебя, робот, должна быть совесть. Понимаешь? Даже у такого робота, как ты, должна хоть капелька совести добыть. Опа. Но у нас ок. Опа. Это я куда? Это я куда попал? Трусы забей.
О, не могу поверить, что на мне трусы губки Боба. Я тоже охренел, Сэнди, когда увидел первый раз-то, я охренел. Я думал, ты умнее, девочка. А ты, оказывается, трусы губки Боба надеваешь. Это смешно. Эй, тихо. Опа. Еще раз. Ой, жестко, Сэнди. Умничка, девочка. Одевай. Эту хрень мы с тобой нейтрализуем очень просто. У тебя есть лассо. Ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей. Гетча. Мега-комбо, надеюсь, она сказала. Так, теперь нужно собрать с вами руль, друзья. Теперь нам с вами нужно собрать руль. Это будет сделать непросто. Так, 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 есть! Осталось 4 руля, получается. Где мне их все найти? Мне осталось снимать 3 с копейками минуты. И нужно найти еще 3 руля. О, 4 руля. То есть меньше, чем минута на руль. Ну, по идее, я все добыл наверху, да? Подожди, я не прав. Вон, видишь, это справа есть. Какая-то штука справа. А, пошли направо, наверх. Сэнди. Так, нужно обратно направо возвращаться. А там уже сверху как-то решать и как-то думать. Ну-ка. Тут, получается, я везде все добыл. Синенькая хрень. Ладно, не страшно с ней. Направо долетишь? Ну, долети. А как? Ну, Сэнди, блин. Не Сэнди Чикс, а Сэнди Блинкс. Хорошо, пойдем. Ты дура, нет? Ты чё делаешь-то? Сэнди, не пугай меня, пожалуйста, своей музыкой. Ты, конечно, крутая у нас девчонка. Все дела, но... Совесть-то должна быть у тебя. Звука сгорит. Бабах! Бабах! А кто робот, тот мудак? А кто робот, тот мудак? Давай! За лопаткой! Мась! Ия! Так. Автобусная остановка здесь не зря. Потому что нужен кто? Правильно. Нужен Спанчик Бобик. Спанчик Бобик. Пойдем. Пойдем, кореш. На! Опачки. Опачки. Так. Боб, слишком красиво. Мне бы не взять. Почему тебе не взять? А что ты хотел взять, Спанч? Спанч, а что ты хотел взять? Телепорт? Ты дурак? Какой нахер телепорт, Спанч? Спанч, ты меня пугаешь? Спанч! Эф, чтобы подняться внутрь. На маяк. Осталось снимать 1,5 минуты серии. Но я могу... Чуть-чуть. Вы готовы, дети? Приготовьтесь! Вперед! А чему приготовиться-то? Ох ты! А подожди! А что там жесткого-то? Я пока не совсем понимаю. На тебе! Я пока не понимаю, что жесткого здесь. Где робот? Вижу. Да подожди, ты залезь наверх, ударь! Хорош! Так, что где? Эй! Подожди! Подожди, Спанч, 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 аккуратно, Спанч. Где? Не вижу, вот она. А-а-а! Найс, сломал. Ты тихо, тихо, тихо. Спанч, не ломайся. Ты Спанч! Трусы. Отлично, 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 отлично. На тебе, еще. Раз, уничтожил. Ищем робота. Вижу. Никто не должен был заспавниться, лол! Я же всех это. А, еще есть хрень, ёпарасы ты! Она хранит лопатку еще, прикинь! Лопатку! И? А как лопатку забрать? Я не понимаю, как лопатку забрать. Подожди, таймер, 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 жди! Таймер, 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 пожалуйста. Отмена. Я все понимаю, но нужно... Я левел затаскиваю и валю отсюда. Не понимаю. Ну, во-первых, лопатку. Это 100% не обсуждается. Лопатку мы забираем однозначно. Что там еще оставалось у нас? Еще есть руль.
А что, все что ли? Я все прошел, получается, да? Так, так легко и. Так легко и быстро. И получается время не сильно потянул. Пыш, 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 пыш. Ой, сочно! Джекпот сорвал. А нафига наверх? А нафига наверх? Мне же надо выходить отсюда. Я же все собрал наверху. Пойдем. Конечно, пойдем. Я все собрал. Руль собрал. Все? Мне же ничего не нужно было, да? Привет, Бабл Бадди. Как дела? Привет, Губка Боб. Баба Мари! И все ведь, я все собрал. Так ведь, я все собрал, алло. На чем мне игра намекает? Такое чувство, что мне игра прям пытается сказать: Дима, ты не все собрал, ты дурачок. А я все собрал. Ну вот еще одна фигня за деньги. Так. Так. Подожди, надо подумать. Ну, в принципе, я все собрал, да? Где есть варианты, друг? Что я мог не собрать? На, иди нахер отсюда. Я все собрал. И давай на этом закончим, на этом чекпоинте. Мы, миссис Пав, поможем в следующей серии все до конца собрать. И, надеюсь, она будет рада. Осталось всего лишь 3 руля. Доски есть, лопатки есть, и все у нас хорошо. Ставь лайк, подписывайся на канал. Переходи по группам, которые есть по ссылке в описаниях. В описании... По ссылкам, вот так вот, там контакты есть, инстаграмы, твиттеры, ставьте лайки, всем всего хорошего, всем пока!